Люберецкая молодежь побывала в Совете Федерации. Там для ребят организовали обзорную экскурсию. Мероприятие прошло в рамках проекта партии «Единая Россия. Гражданский университет». Совет Федерации – это орган государственной власти, где принимаются законы. Он объединяет представителей всех территориальных единиц России. Совет Федерации проверяет законы на то, чтобы они ни капельки не обижали ни один российский регион. То есть все регионы, входящие в состав России, должны быть этим законом удовлетворены. Такое правило в Верхней Палате Парламента применяется ко всему. К примеру, флаги субъектов Российской Федерации стоят строго в конституционном порядке. Всего 85, включая Республику Крым и третий город федерального значения – Севастополь. Также регулярно в Совете Федерации проходят дни, посвященные регионам. На этот раз экскурсантам показали выставку о Чукотском крае. Потом ребят провели в портретную галерею, где рассказали об истории парламентаризма. Некоторые экспонаты их особенно впечатлили. Портрет Александра I. И вот первый Государственный Совет. Я до этого тоже думал, что первый как раз у нас парламент – это Государственная Дума, которая была при Николае II. Вот, а теперь, ну, были посылки вот у Александра I, и оказывается, что да, тоже уже существовал парламент свой. Далее символичная фотография в пресс-зоне, куда выходит на разговор с журналистами сама Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации. Неожиданным для экскурсантов стало посещение местной телестудии. В Верхней Палате Парламента существует свой телеканал, на нем идут прямые трансляции, новости регионов и передачи. А вот в Святую Святых зал заседаний люберецкую молодежь пустили без съемочной группы. Туда журналисты могут попасть только после особой процедуры. Процедура аккредитации. Зал заседаний вообще произвел приятное впечатление. И где сидят представители, журналисты, вот самой бы там очень хотелось тоже посидеть, как по профессии. Такую экскурсию для молодых люберчан организовали в рамках проекта партии «Единая Россия. Гражданский университет». На территории нашего городского округа Люберцы ежемесячно с политически мотивированной молодежью мы проводим лекции, семинары, на которых рассказываем о политической системе Российской Федерации, об органах государственной и муниципальной власти, о системе управления. Ну и чтобы приблизить теорию и показать ее на практике, мы, конечно же, посещаем такие заведения, как Верхняя палата, палата регионов. В проекте «Гражданский университет» запланировано в будущем посещение люберецкой молодежью Государственной Думы Российской Федерации, Московской областной думы и других органов государственной власти. Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.